Привет, дорогой зритель. Не китайскими площадками одними едины, а есть еще и товары, которые берутся с Озона и прочих других местных площадок. Фигню какую-то сказал, но в целом давайте посмотрим, что это такое. Сейчас есть на что снимать обзоры, но что-то как-то не до этого, поэтому покажу, что взял здесь. Бумажки-то сколько? Ой. Первое. И, кстати, вот, да, часы, хорошая штука. Всегда видно, что там тебе, где там тебе написали. Не надо к телефону тянуться. Значит, первое. Это очиститель для посудомоечных машин. Я помню, буквально через год с копейками у меня посудомоечка взяла и навернулась. Я тогда выкрутился, конечно, да, сделал более свежий чек на нее и по гарантии ее починил. Вот. Ну, для того, чтобы это не происходило, периодически ее надо чистить. В принципе, можно там залить какие-нибудь более дешевые средства, но происходит проблема следующего характера. Когда вы пытаетесь почистить посудомоечную машину порошком или чем-то еще, то в режиме ополаскивания холодной водой все это дело вымывается. Здесь фишка заключается в том, что тут находится восковая пробка, и когда вы это дело ставите, открыв вот таким вот образом в посудомойку на большой температурный режим, ополаскивание прошло все хорошо, средство не ушло. После того, как поднимается температура там, до 70 градусов приблизительно, эта пробка растает. Ничего сюда больше добавлять не надо. Эта пробка растает, и, собственно говоря, жидкость выльется, и все свои полезные свойства не растеряет, будет использовано. Ее там стоимость в среднем где-то 250 рублей. Ну, можно часто заливать, можно пореже, но эпизодически хотя бы это нужно делать. Так. Что у нас тут? Тоже немаловажная вещь. Такие таблетки я уже брал, но, собственно говоря, у меня была большая упаковка. Большие упаковки у них закончились, остались маленькие. А, в принципе, можно взять это уже для кофемашины. Если помните, был обзор на кофемашину. И если брать оригинальные бошевские, по-моему, бошевская она у меня, если не ошибаюсь, то они стоят 3 таблетки примерно 800 рублей. Как-то дороговато, потому что достаточно часто она просит очистку системы. Вот, принцип очистки я в видео в предыдущем показывал. Значит, вот такие вот таблетки. Выходят они что-то рублей по 50, если не ошибаюсь, там может быть по 60. А в моем случае там в емкость их кидаешь, они растворились, и делаешь программу Calc & Clean. А помимо прочего, есть еще вот такие таблетки, тоже достаточно полезны. Они для того, чтобы... 6 штучек в упаковке. Для того, чтобы чистить от кофейного жира масла, там, как это правильно сказать, не знаю. Тоже достаточно нужная штукенция. Инструкция-то. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Поздравляем с приобретением. В общем, ссылки на все это дело положу. Там, может быть, на перекресток. Кстати, перекресток EPN теперь тоже дает кэшбэк, если вы там будете что-то заказывать. Причем там что-то в районе 6%. Ссылка на кэшбэк-сервис в видео будет. Я пойду себе посудомоечку сейчас почищу. Не надо, говорит, видите, вот открывать эту крышку. Надо всего лишь снять вот эту вот пленку. И тогда вот там вот, давайте посмотрим все-таки, что там прячется. Да, вот видите, вот такая вот парафиновая там пробочка, которая растает, и, собственно говоря, все будет хорошо. Вот, я с вами прощаюсь. Времечко еще будет, что-нибудь засниму, расскажу. Ну, а вам пока. До скорых встреч.